Полиция кого охраняет здесь? Ну, охраняет их от нас, правильно? А не нас. Нас никто ни от кого не охраняет. Спасатели не приезжают вовремя, скорая помощь не приезжает людей спасать. Пожарный приезжает через 40 минут вот на такой страшный пожар. Приезжает и нечем спасать людей, ни батутов, ни каких средств. Ну, сами понимаете, мы каждый можем оказаться в любой момент в такой ситуации. Нас никто не спасет, государства по сути нет. Хотя мы ему платим налоги. Самим спастись? А их не выпустить. Блять, Владимир, так же. Тулеева под суд! Тулеева под суд! Тулеева под суд! Долой власть убить! Долой власть убить! Нельзя молчать! Нельзя молчать! Коррупция убивает! Коррупция убивает! Еще людей должно погибнуть, пока мы поймем, что этот режим не жизнеспособен, что он настроен против.